Трассу я прошла просто замечательно. У меня не было никаких казусов на трассе. Все мне уступали дорогу. Собаки вели себя просто великолепно. Никакой агрессии. Я очень счастлива, что получила наконец-то первое место. Второй раз, получается. В Делине я участвую, по-моему, уже пятый раз. Первое место заняла в 2017 году. Тренируюсь я у себя в городе, в Вилючинске. Мама у меня тренирует. И папа тоже. Мы вместе ездим, просто выходим на трассу и тренируемся. Мама, да, как бы тоже каюр. Позапрошлым году участвовала в прологе в ельском спринте. Папа на велосипеде в основном летом ездит. У меня 5 собак, 3 хаски, 2 ездовых метиса. В этом году я вышла с 2 своими собаками ездовых метисов. И 2 еще взяла у нашей... как бы коллеги. Мне очень нравится ездовой спорт. Море впечатлений от этого. Думаю, да, планирую дальше принимать участие в соревнованиях, краевые и такие, как Снежный путь, пролог, ельский спринт.